Повпливає, пане Вахтанг, зміна Шойгу і Герасимова, зняття з посади, ви сказали, поки вони при владі. Чи бачите ви в найближчій перспективі, що їх змінять? Я думаю, що Путіну все-таки прийдеться міняти цих, я би сказав, уже отработаних матеріалів, як говориться, тому що другого выхода у него не остается, потому что как раз на кону еще стоит новый бунт 58-й армии. То есть я думаю, что несмотря на то, что мы в Москве и даже в Ростове усилили, так сказать, новые, так сказать, военные приготовления в этом контексте. Да? Так что я думаю, что в скором времени Путину придется решать такой острый для него вопрос. Но насколько это будет, я бы сказал, своевременным решением и не будет запоздалым решением, это уже покажет время. Пока что латентно уже, я бы сказал, в боевой, так сказать, части офицерства уже идет, я бы сказал, большой разброд. Я думаю, что этот разброд опять приведет к новому военному бунту или хотя бы мятежу. Это уже, ну, скорее всего, это может произойти уже, так сказать, даже в августе, начале августа или в середине августа этого периода. Если до этого Путин не сменит Герасимова и Шойгу, то он получит еще мощный военный мятеж, но уже в августе. А чи долучаться до військового закладу кадирівці? Чому вас запитую? Тому що ось ми проводили до уваги наших глядачів, до вашої уваги відео із ймовірним командиром ПВК Вагнер, який називав себе Бьорсерк. І він натякає на те, що начебто вони домовилися із кадирівцями і уклали таємний союз. Що вам про це говорить? Чи це, знаєте, навпаки, вони вводять в оману, це так зване ІПСО, і таким чином вони виключно підставляють кадирівців? Ну, думаю, що якраз це, якраз ніколи, я би сказав, так, дворцові ігри, да, от є дворцові ігри між тою частиною вагнерівців, які не згодні з тими договоренностями, які були, як говориться, ну, оговорені во время таинственной встречи в Кремле между Путиным и Пригожиным и Уткиным. И, скорее всего, Уткин даже, по-моему, так сказать, остался, как говорится, недоволен с теми договоренностями. Я думаю, что за этими, я вот той частью, которая сейчас была озвучена как раз перед моим, так сказать, выступлением, да, вот с этим вагнеровцем, скорее всего, стоит именно как раз Уткин, да. Я думаю, что они как раз, значит, хотят возобновить тот союз, который раньше был в контексте кадыровцев и вагнеровцев. Я думаю, что тогда призыв кадыровцев, чтобы они тоже поддержали, если что, данный, я бы сказал, новый поход на Москву в контексте, возможно, так сказать, даже некоторыми недовольными, как говорится, частью офицерством 58-й армии, потому что не надо забывать, что как раз 58-я армия и кадыровцы — это одно единое, как говорится, соединение в контексте, значит, Южного военного округа. То есть они как раз являются одним из боевым ядром, так сказать, всей рашистских вооруженных сил. И как раз в этом контексте вот обращение кадыровцев — это потому что кадыровцы все-таки они приспособлены, как говорится, ведению гибридных военных действий. Они могут помешать этому, так сказать, я бы сказал, мятежу в контексте вместе, так сказать, с частями Росгвардии. Да, но, во-первых, так сказать, сейчас кадыровцев как раз, я не знаю, там меняют в броду, можно так сказать, да, потому что броду коней не меняют, есть такая поговорка в России, а этих и как раз меняют, потому что кадыровцы абсолютно негодные к ведению так называемых полномасштабных военных боевых действий. Вот кадыровцы, они отстают от вагнеровцев, это во-первых, но у кадыровцев есть хороший, я сказал, боевой опыт ведение гибридных войн и ведение, так сказать, городских, урбанистских боевых действий. В этом контексте они могут как-то вот повлиять на будущем, как говорится, развитие хода военного мятежа, если будут боевые действия уже в окрестностях там, Ростова, Воронежа и так далее. Да? Но это отдельный вопрос. Но, скорее всего, как раз это уже предупреждение со стороны тех вагнеровцев, которые они уже являются настоящим оппозиционным, так сказать, ядром против режима Путина, чтобы кадыровцы не вмешивались ни в свои дела.
То есть они пусть решают свои вопросы на фоне Северного Кавказа и не суют нос, куда им не следует. Скорее всего, и с другой стороны, это тоже может быть рассмотрено в этом контексте. І давайте в іншому контексті розглянемо геополітичні теми в контексті, в даному випадку, в контексті яких знаходиться Росія. Парламентська Південно-Африканська Республіка буде зобов'язана арештувати Путіна, якщо він прилетить на саміт БРІКС. Із такою заявою виступив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Він нагадав, що ПАР стала учасницею Міжнародного кримінального суду добровільно і чудово знає, що означає закон. Я ж нагадаю, що у ПАР заявили, що були б щасливі, якби Путін не приїхав на саміт БРІКС, адже тоді не довелося б його відправляти до Гааги. Росія запропонувала відправити на БРІКС Лаврова, проте Кремль нібито наполягає на приїзді усієї делегації на чолі із диктатором Путіним. Ну і, власне, президент ПАР, також ЮАР, точніше, вказує про те, що він хотів би бачити представників у вигляді лідерів країн обличчям до обличчя. Як тоді сприймати ось, пане Вахтанге, такі заяви зі сторони ПАР, як сприймати заяви зі сторони Реджепа Таїпа Ердогана про те, що начебто відбудеться зустріч Путіна і Ердогана так в Туреччині? Як сприймати заяви і інформацію про те, що Путін, можливо, полетить до Китаю і зустрінеться із Сі Цзіньпіном? У нас складалося враження, що начебто Росія ізольована від усього світу і ось від неї, знаєте, так відмежовується. То це виходить тепер не так? Ну, во-первых, вы абсолютно правы. Что касается позиция Эрдогана, если Эрдоган не получит то, о чем он хочет, что он хочет получить именно как раз 17 июля, то есть продолжение зерновой сделки, то, естественно, в этом контексте Эрдоган может как раз тоже, так сказать, пнуть в сторону Путина. Это во-первых. То есть Эрдоган уже может, так сказать, изменить позицию по отношению Путина, потому что в Вильнюсском натовском саммите ему предложили больше, чем Путин может быть предложил бы ему. Так это две разные вещи. Во-первых, президент Байден ему прямо, так сказать, намекнул о предоставлении со стороны МВФ примерно 12-13 миллиардов долларов. Сейчас, как вы знаете, экономика Турции разваливается, то есть имеет большой, так сказать, экономический цунами, да, приближается к Турции. Я думаю, что как раз и если Путин, как говорится, не даст согласия на развитие или опять восстановление опять так называемого зерновой сделки, да, продолжение зерновой сделки, то, естественно, сразу, так сказать, Эрдоган махнет или так сказать, будет проводить прозападную, так сказать, политическую ориентацию. Это во-первых. И это уже сильно ударит по геополитическому престижу Кремля. Что касается поездки в ЮАР. Да, для Путина поездка в Кремле, это принципиально не в Кремле, а в ЮАР это принципиально. Если Путин не поедет на заседание или, так сказать, на саммит БРИКСа, кстати, я должен сказать, что Россия сама предложила создать такую региональную организацию, это ее инициатива. Если Путин не поедет туда, то это вообще, как говорится, будет, я бы сказал, новый удар Путина, для Путина, то есть в геополитическом плане, это уже можно будет считать как бы уже реальной изоляцией путинского режима. То есть для Путина это очень важно поехать, значит, в ЮАР на саммите БРИКС, потому что иначе это серьезнейшим образом повлияет на геополитические миссии, геополитические задачи самой Российской Федерации. А что касается, так сказать, еще одного момента, который как раз связан с тем, что Россия, и это еще будет влиять на то, насколько Путина могут принять в Пекин. То есть это тоже интересный факт. Если как раз Эрдоган, значит, будет разворачивать свои, я бы сказал, дипломатическое орудие, например, в сторону Москвы, и если даже Путин не поедет на саммите БРИКС, то
то, естественно, китайцы отменят его визит в сентябре свою страну. Это вот очень интересный факт. Так что я думаю, что сейчас для Путина настали очень, я бы сказал, мрачные дни. Очень мрачные дни. И сейчас Путин не знает, как, я бы сказал, маневрировать в этой острой, даже дипломатической войне. То есть, если он откажет продолжение зерновой сделки, значит, по Эрдогану, то он получит очередной удар со стороны, прямо предыдущий получит, значит, от Эрдогана. А второе, как говорится, естественно, сейчас все будут смотреть, как будут развиваться отношения на фоне турецко-российских отношений. Естественно, саммит БРИКС и позиция президента ЮАР тоже будет очень интересно. Если он откажет даже визиту Путина, то это еще второй удар по Путину, а еще третий удар, который его и похоронит, то есть это будет, я бы сказал, последнее, я бы сказал, звено или гвоздь, забитый в гроб для Путина, это будет, естественно, отмена его визита в Пекин. Вот это три, я бы сказал, большие, еще раз я бы сказал, геополитические волны, цунами грядут на Москву. Не говорю уже о климатических цунами, которые еще Москва может получить. В августе, как вы знаете. Так. Пане Вахтанге, дивіться, якщо Путін все ж таки поїде, так і зустрінеться на саміті БРІКС, то це, певно, йому мають дати 100% гарантії, що його не заарештують. А чи підуть на це ось країни, які входять у БРІКС? Це Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР. Да. Чи вигідно це? Ну, я не знаю сейчас, ну, со стороны, как говорится, там Бразилия, Китай, тогда они, если я как я помню, не подписали, как говорится, международный статус, то есть для них это, во-первых, принципиально не важно, так сказать, то, что они будут как раз международным преступником, как говорится, здороваться и пожимать ему руки. То есть и даже Индия, если не ошибаюсь, не подписала давний статус, то есть римский статус, да, по которому как раз Путин был оглашен как международный преступник, да, это во-первых. Ну, во-вторых, только ЮАР подписала данный статус, и как раз если Путин приедет в ЮАР, то это, я думаю, что повлечет даже новую военную, ну, военно-политическую, я бы сказал, переплет в самой ЮАР. То есть, возможно, даже, так сказать, какой-то переворот. Пане Вахтанге, але вже був прецедент, так, коли ЮАР не заарештувала, навіть незважаючи на те, що одному із, власне, президентів, який приїжджав, був виданий ордер на арешт, але вони це проігнорували. Це, по-моєму, президент Башир, якщо не ошибаюсь, там Судана. Якщо ще повторитися, то я думаю, що вже ЮАР підпаде під міжнародні санкції. Это естественно. Я думаю, что сейчас ситуация в ЮАРе абсолютно, я бы сказал, очень, я бы сказал, взрывоопасная, потому что там оппозиция уже, так сказать, значит, создает свои большие политические, набирает большой политический вес. Я думаю, что позиция даже президента ЮАР является очень шаткими на данном этапе. Так что если Путин приедет, то это еще приведет к большому политическому, значит, скандалу или большому политическому кризису в самой ЮАР. Ну-ка, это уже отдельный вопрос. Ну, посмотрим. Я думаю, что я могу, так сказать, делать пари с вами. Я думаю, что Путин не поедет в ЮАР. Это мое личное, так сказать, предсказание. Посмотрим, как это, как говорится, значит, будет реализовано. И, скорее всего, я думаю, что руководство ЮАР не позволит Путину приехать в БРИКС. Или на самую последнюю, ну, или в самом последнем, так сказать, значит, минуту, на самую последнюю минуту, я думаю, что как раз возможно, чтобы, значит, саммит БРИКС был проведен в режиме онлайн, как в свое время был проведен саммит ШОС. Я думаю, что как раз даже если, так сказать, саммит БРИКС будет, значит, проводиться в режиме онлайн, то это уже равноценно тому, что Путина не пустили в ЮАР. Я думаю, что мой прогноз будет, я бы сказал, 100% реализован. Посмотрим. А результаты зустречи БРИКС будут різнитися, якщо це буде в онлайн і в офлайн форматі? Я думаю, що все одно буде в онлайн. Это моє, как говорится, я бы сказал, ну, такой пари на данный, как говорится, вариант. Посмотрим. Скорее всего будет онлайн.
Я вже приводила до вашої уваги, так, в контексті запитання. Я говорила про те, що президент УПАР Рамафоса говорив про те, що він хоче бачити усіх лідерів п'яти країн обличчя в обличчя. І згадується мені наступне, що приїжджав Рамафоса власне, з делегацією до України, спілкувався із Володимиром Зеленським. Це якимось чином вплине на його зміну позиції? И для чего он делал подобные заявы? Это вы имеете в виду смена позиции, извиняюсь, я просто сейчас последний не понял, как говорится, вопрос, если можно, повторите. Извините. Президент ПАР Рамафоса приїжджав до України, спілкувався з Володимиром Зеленським також. Потім, ось вчора ми побачили заяву Рамафоса про те, що він хоче бачити Путіна і усіх інших представників БРІКСу обличчя в обличчя. Чи змінить свою позицію Рамафоса? Якщо ні, то на кого вона націлена? І ось як тоді для нас це сприймати? Тому що коли він був в Україні, то начебто склалося враження, що вони підтримують. Ну, я думаю, що так, от якщо змінення позиції, що, так сказати, коли Рамафоса приїхав, як говорився, в Київ, це якраз стає хороше, так сказати, основання того, що я думаю, що в контексті БРІКС, як говорився, будуть сильні змінення. Це окремий вопрос. Тому що, во-первых, так сказати, БРІКС – це не, як говорится, не така уж сильна, я би сказав, не та єдина організація, якому являється, наприклад, ШОС і інші організації. Это фактически неформальная, я бы сказал, региональная и панрегиональная организация. Я думаю, что все понимают, что Путин уже, как говорится, уже отпетый материал или хотя бы хромая утка. Давайте введем такой термин. Путин – хромая утка. И с, хромой уткой никто не хочет даже, так сказать, вести серьезные отношения. И вот данный факт как раз является одним из, я бы, подтверждением данного, как говорится, статуса, который сейчас имеет товарищ Путин. Дякую, ми будемо слідкувати. Цікаво, власне, знаєте, пане Вахтанго, а хто ж тоді поїде, власне, на зустріч БРІКС? Дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Вахтанг Майсай, експерт Центру зовнішньополітичних досліджень із Грузії, був на прямому зв'язку з каналом «Апостроф ТІВІ».